Сказки дедушки Ерёмы. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, и они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка поменьше была Настасьи Петровны. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка, большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнин, а третий маленький с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул. На нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановича, другая средняя Настасьи Петровнина, третья маленькая Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал мои чашки и все выхлебал?» Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пришли в другую горницу.
Кто ложился в мою постель и смял ее? Заревел Михаил Иванович страшным голосом. Кто ложился в мою постель и смял ее? Зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом. Кто ложился в мою постель? И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-яй-яй, держи! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.